Ладно, давайте какой-нибудь двухдневный контракт или трехдневный возьмем. На 4 года на очку. Можно взять Украине джоб, если кто-то хочет. Вот фрейминг фрейм. А вчера-то мы какой провалили? Мы ничего не провалили, мы все выполнили. Не провалили, а все выполнили. Вылетело. Нет. 4 магазина где было. А, ну мы выполнили. Ну там 4 stories, это самое легкое. То есть мы ачивку даже там выбили, которая единственная там есть. Вот, в общем, здесь 3 дня проходит все дело, и тут, похоже, надо красть картины, судя по всему, судя по описанию. И сейчас я попробую найти, где тут... А, вот. А, вот здесь нужно украсть все проданные картины незаметно, то есть это в основном миссия на стелс. То есть здесь в первый день и в третий день ачивки дают за незаметность. Поэтому, может, снимем броники? Зачем? Ну, здесь незаметно надо украсть все проданные картины. Незаметно, понимаешь? А там много будет людей, стопудово, которые за ними следят. Окей. Ну ты же знаешь нашу незаметность. Ну, вот именно. Я никогда не проваливал нашу незаметность, только когда пытался за незаметно убить человека, но не знал, да что нужно ответить. Вы? Да что кто я? Кто там к копу первым подошел? А он меня... И провалил нашу незаметность. А я незаметность не проваливал? А может, знаете как, может, например, двое у нас оденут броники, а двое нет, и как бы двое подождут на улице, и помогут нам только в случае, если это... Ну, провалим стелс. Ты не понимаешь, это payday. А двое пойдут внутрь. Это payday. Здесь не нужно думать. Здесь просто снимаешь броники и подыхаешь. Снимай, красный, снимай броники. Я зеленый. Нет, я хочу сделать так, как виспа. Я постою на улице. Ты не будешь жрать пирожки, да? На улице-то можно хоть в бронике, хоть в чем. Ладно, 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 вы стойте. А мы с енотом пойдем. Я думаю, енот... Нет. Виспа, пойдем с тобой. Нет. Мне тоже тогда броник одеть. Виспа был на танцполе. Енот тоже просрал что-то где-то. Я единственный, кто ничего не просирал. Может быть, я один пойду? Вы меня прикроете. Не ври. Нет, меня просто схватили. Я не знал. Я пытался узнать игровую механику, а вы просто просрали. Ничего не знаю. Я крут. Мы подождем тебя. Ладно, давай енот с тобой прям пойдем. Да. Мы с тобой красавчики. Ты негр, я белый. К негру точно прикупается. Окей. Главное, енот, не садись на велосипед. Что? Почему? Окей. Нига стал хизбайк. Вы знаете, эти классные российские, да. Ой, российские анекдоты. Именно российские. Это по-любому Путин придумал. Ну, как раз негры заставки. Подождите, прекрасненько. Вот, видите, третий день выплата будет. То есть мы пока что проходим только первый день. Тут есть чертежи. Что все это значит? Что значит восклицательный знак? Что значит пи-пи? Что значит жопка и номер один, который мне уходит? Пи-пи — это паркинг. А, окей. Да. Доступа нет. Окей, комната охраны. Это камеры, наверное. Вот цифры, это, по идее, мы. То есть один, наверное, спереди, двое из окна по лестнице. А, слушайте. Я на парковке. Слушайте, слушайте, тут можно получить дополнительные... Дополнительные фишки, вот, допустим, в Assets, зайдите, вы можете там купить что-нибудь? Я могу купить. Куда? Угу. Вот я могу купить, допустим, ну... дополнительный вход с крыши, доступ с крыши или дополнительный... Тут написано, да, only host может это сделать. Ну, вот да. Я думаю. Ну, host в смысле может сделать. Камера фид есть, есть дополнительный вход с крыши. Можешь что-нибудь купить? Дополнительный вход с крыши, например? Да нахера. Давай сначала так. Мы же все равно не знаем, где здесь вы... Окей. Да, с крыши там или снизу. Какая разница, откуда заваливать? Да, кстати. Все равно прострел. Детекторы движения есть. Вау. А, нужны 4 и нужны те, которые помечены тем, что они проданы. Окей. Так, а что мы в маске? А почему? Почему да. Да, сразу, да? Окей. Значит, окей, значит, можно было бронежилет брать. Ладно, давайте, в приседе тогда. What the fuck, тут такая классная тень. Такая высокополигональная. Пойдемте, а может сверху? Идите за мной. Тут собакам срать нельзя, ребят. Какой поворот.
Идите за мной, я нашел лестницу, зайдем на крышу. Так это прям винтовая, там только двое должно пройти. Может здесь устроить сбоку? Так мы не купили дополнительный вход с крыши, ребят, ну что вы тупите? Ну, дополнительный вход. Я вскрою дверь. Купили, дополнительный не купили, но основной-то есть. Я вскрою тут дверь. Здесь вот, например, картинки. Можно тупо стекла разбить. Мне дверь скрывать? Мне дверь там скрывать? Там охранник ходит. Мне дверь скрывать? Нет. Там охранники, аккуратно. Я не скрываю. Смотрите по кого. Ладно, я попробую скрыть, если что... А, тут же дверь закрывать нельзя, твою-то мать. Я чуть не спалился с этим. Вот смотрите, вот если взять пистолет и с крыши через окно заглянуть вниз, охранник не заметит. А если взять в руки Калашников, то сразу заметит. Где логика? О, вас палит! Вас палит! Нет, с пистолетом тоже спалит. Но не так быстро. Виспа, не смотри. А возьми вот Калашника, сразу... Я открыл вход в туалет! Тут сортир, ребят! Я с первого этажа пойду. Вот тут открытое окно, ничего бить даже не надо. О, охранник. Слушай, таких же можно убивать, наверное. Тревога не поднимется, если, наверное, ответить. Ну, наверное, если... Пока не убивай никого. Так, у кого глушитель нет, не стреляет вообще! Окей. Кто-то вас видит! Вас... Охранник идет сюда, по-моему. Да, он зашел к вам в комнату. Убивайте, если что, из глушителя. Блин. Если что, ответьте по рации. Я вам не помогу. Он меня глушитель. О, отвернул. Ой, если плохо. О, вдохся! Пацаны. Енота заметили. Да меня заметили. Нет, у енота был краш, нет. Енот, тебя видят! Убил. Енот, вот тебя видят! Меня заметили. Да видят. Никто меня не видит, я... Да меня заметили. А, здесь камера! Кто сделал? Я буду, короче, вас с крыши прикрывать. Не спущусь вниз. Тут конечно, я не вариант. Я все комнаты вижу через стекла. Тут и камеры, и охранников куча. Надо было всех вырубать по-тихому. Теперь-то можно стрелять? Да. И камеру уничтожать. А ты, кстати, бросил глушилку? Нет. И у меня вообще все заперто. Да уже все, копы все равно вокруг. Здесь же не такое. Эта глушилка работает только против телефонов. Первая машина с полицией приехала. 3 минуты пилит. Как мы вас так заметили? Я не понял. Вы что, камеры не видели, что ли? Боже. Нет. Кто там с бронежилетом пошел вперед? Зачем? Это не важно. Не важно. Для нее просто охрана была дофига. Пока да, она была так охрана. Потрясающе. Не прыгайте с крыши. Не стоит этого делать. Так нам бы охрану выносить по-тихому. И глушитель не продавать. Да я его не покупал еще. Оправдание нашел. Он у тебя был с самого начала. Нет. Да? Нет. У меня был с самого начала. Нет. Тут был с самого начала, не ври. Он должен был. Это на самый первый пистолет, а на его УЗИ нет. Да не было у меня на первом пистолете. Глушитель покупать надо было. Нужно убрать барьеры. Нужно убрать барьеры, народ. Как? А, все понял. Я занят спецназом. Надо карточку пилим. Найти. Воу. What the fuck, что это было сейчас? Меня оглушили. Они за барьером зайти не могут. Ты как спрыгнул с крыши? Со второго этажа или с третьего? С крыши. В смысле? Просто с крыши спрыгнул вниз и сдох. Все там открылось. Почините кто-нибудь дрель. Кто рядом? Ау-ау-ау-ау. Чиню. Сверху. Не ходи сюда, Илюш. Предлагаю в следующий раз пойти мне одному.
Я все украду, вы постоите, подождете. Угу. Ты скажешь, что ты не виноват. Они сами так сделали, игра говно. Так я-то тут при чем? Я ни при чем вообще. Я стоял на месте, пытался по-тихому пробраться. А, меня подбили. Аж через туалет зашел. Я вообще не виноват в этом. Бегу к енотику. Я молодец. Я никого не подвел. Спасибо, сзади, сзади, сзади. Я пошел дрелить. Что за дрель такая? Они не могли за 2 года купить себе дрель нормальную? Сейчас на крышу подкрепление прилетит. Тут очень классные картины. Без ты там удержишь сверху, нет? Тебе не страшно? Да. Это как раз комната охраны, да. Ну охереть. Убирай барьеры. Пять минут, ребят, держимся. Потрясающе. Мне вот эта картина нравится, давайте я себе заберу. Мы все просрали. Вау, тут пробили дыру, если че, вот здесь дыру пробили. Я вас предупреждаю. Это же какой-то Call of Duty. Только выпрыгнуть в нее нельзя. А кто? Зомби-мод. Кто-нибудь нашел картины, которые были поменьшены, как проданные? Ну вот тут прям красненький справа снизу. Кругляшок написано sold. А, окей. Тогда одну нашли, окей. Я ее забираю, если что. Себе. Кто нашел, тот и забирает. Я ее с самого начала нашел. Вот. Нет. О, я нашел еще сексуальней. Вот ее и забирай. Она перпетикуляр. Можешь спускаться? Ну, я думаю, да, можешь. Только не прыгай вниз, как я. Ищите картины, которые проданы. Или прыгай. Висма, все на тебя смотрели только что. Они все смотрели вверх. Вау, тут синхронно люди запрыгивают. Я нашел еще одну картину. Она прямо рядом вот с тобой. У меня тут тоже есть. Вояк этот раз. Виспа, ну ты что не видел-то? Виспенька упал. Я видел. Помогите, тут много. Эй, thanks. Кто мне пишет Ваську сейчас? Мне и так неудобно в окне играть, еще кто-то пишет. 4 уже нашли картины. Надо четвертую найти. Вот да четвертая. Они там резаются. Вот четвертая здесь, около меня. Посмотрите сейчас, где я стою. Вот здесь. Да, вот. Я все понял. Другая напротив. Одного входа. Пробой. Блин, они с крыши полезли. Патроны надо кому-то, нет? Нет еще, окей. 2.5 минуты. Меня сейчас бьют. Убили. Они из этой дыры. Лежу прямо около дыры. Нескончаемым потоком. У меня чисто. Неправда. Ребята, подыхаю. Кто меня там лечит? Я не буду на тебя смотреть. Не смотри. Ты специально меня подставил. С бронежилетом. Нет. А я-то без бронежилета. Да я сразу сказал, надо брать. Нет. Нет. Я сказал, надо так. Да. А ты через жопу начал проходить.
Нет. Да! У меня была ночная экскурсия по нему. Ночная жопа. Я бы сказал скорее. 1.5 минуты. Я вообще никого не трогал, хотел по тихому пройти, убить охранника, тут бац. Такая жопа. Это самая долгая перезагрузка компьютера и системы в истории просто. А мы не можем, я не знаю, Минута. Я так полагаю, это какой-то странный арт. Кто это покупает? Вот особенно... Я вот это купил. Это намного красивше того, чего, того, что здесь есть. А тут картины одинаковые даже в некоторых местах. Убили еноту. Подниму. В некоторых местах там картины... Там осторожно на крыше сидят. Нет никого уже. Слезли, слезли еще с крыши. Сколько еще? 12 секунд. Десять. Давай! Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна. Отвали! Отвали! Ха-ха! А я думал, надо будет обрезать. Я поднял, но меня убили. Вау, почему я внизу... Меня тоже убили. А я не буду тебя поднимать. Ой, тут слишком сильно больно. Я виспаньку подниму. Сзади тебя. Hey, thanks, brother. Хочешь, чтобы я тебя поднял, я да? Подниму. Я уже... А, окей, поднимаю. Нет. Окей. Есть, спасибо. Фак! Он так идет с картиной, как будто да она вот так прям... Да пошло все в жопу! Какого хера я должен выбросить картину, чтобы положить гребаные патроны? Что это за тупость такая? Пошли вы в жопу, куски дерьма! Господи, эта картина не занимает вообще ни хера места на спине. Угу. Потому что не хотя бежать можно. Вау, наружу, наружу лучше не выходить пока. Вот. О, да. Ура! А может, можно было больше собрать? Как вы думаете? Просто тут во втором дне нужно продать 9 картин. Так он же и сказал вроде. Он же и сказал, что типа этот, если хочешь взять еще, то это все на тебе. А, ну вот, во втором дне можно продать 9 картин. Ну. Пистолеты новые. Вот дальше следующий день сразу начнется, если что. Или игра вылетит нахер. Ачивку-то не взяли никакую. Ну так кто у нас ачивку завалил? Я вообще никого не трогал. Так хорошо, что не взяли. Так бы вылетели. А, так она бы далась как бы до начала. О, это... Подождите. А, escape. А, ну да, это между днями там дается еще и возможность уйти от кого-то. А какой escape конкретно? А, парк escape. Тут тоже есть, сейчас скажу. А, никто из представителей закона не должен войти в парк. Такая ачивка. Готовы? Готовы? Готовы. Яр! I got real bad news!
Надеюсь, патрон. Fuck yeah! Тут есть сюжет, ни хрена себе. Только черный экран как-то не помогает особо развитию сюжета. Они не могли хотя бы катсцены сделать? Нет. Они пропили бюджет на катсцены. Охереть. Нельзя им дать войти в парк. Тут картину можно еще подбирать снова. Я не знаю. Не надо. Наверное, надо. Забирайте картины. А какой конкретно парк здесь? Я вообще ничего не вижу. А, вот парк, вот здесь, вот сзади, около нас. Картину кто еще не забрал? А, все, понятно. А, ну хорошо, что мы 9 не видим. А то бы сейчас возвращаться пришлось. Давайте станем по входам и дадим войти. Надо же не дать им войти в парк. Да-да-да, Вис, постой здесь, или я здесь буду стоять. Возьмите входы и все. Давай... Я здесь буду стоять. Так. Так, я вот тут. Тут 4 входа, стопудово. Ну подходите, сволочи! Кому додавать похари? У кого там жопа? А, у меня жопа. Они еще такие черные, значит,